Приветствую всех лаборантов и комьюнити Outlast'а. Ну, привет. Итак, мы с Ильей Геймловером решили создать челлендж, который должны пройти два человека. Ну, если у вас тоже есть желание попробовать, то милости просим. Суть челленджа заключается в том, что вы должны пройти женское отделение на зажатом контроле на нормальной сложности. В смысле, как это делать? Я не знаю. Вы выйдете из женского отделения, двигайте его до этого момента, и как только вы перепрыгнете через это окно, челлендж начинается, и вы должны зажать контрол. Встать можно только для того, чтобы перепрыгнуть препятствие, открыть дверь и так далее. Кстати, побежать также можно после того, как вы ставили все предохранители и нажали на кнопку. Однако, спустившись на этаж ниже и забрав ключ, вы снова должны зажать контрол. Челлендж будет считаться завершенным после того, как вы заберете ключ и перепрыгнете через другую лестницу. Учтите, если вас обнаружат 30 пациентов, то челлендж начинает заново. По времени челлендж никак не ограничен. Итак, данный челлендж мы объявляем киллеру и спектру. Кто это? Ребята, мы вас верим. Ребята, пардон за небольшую... Пардон за такую... большую задержку, на самом деле. В общем, ребят, в этом видео мы с вами пройдем женское отделение в приседе по стелсу. Называется он Duck Challenge. Суть я вам разъяснил. Это пройти, по сути, по стелсу в приседе женское отделение. Кусок женского отделения, первую половину, там, где желобы. Не палясь. Вот и все. Короче, загружаемся и встречаемся на сейве. Один хороший человек решил вернуться на YouTube и пилит видосы более полугода. Парень старается делать различный контент по разным игрушкам, в том числе на его канале есть видосы по Outlast, которые вы можете заценить. Ой, ладно, все, давайте бежим, блин! Ссылочка на канал Алиби в описании. Ребята, вы не забывайте про лайкосики. Давайте наберем тут сколько мы можем. Челлендж, по сути, у нас начинается вот именно после вот этого сейва. В принципе, можно и на кошмарный, а можно и не на кошмарный. Ну да ладно. Все, в принципе, мы идем. Ползем, точнее. У меня старый пикер, не осуждайте меня. Просто вышла версия 1.4, а я играю на 1.3.1. Все-таки мы сначала, что мы делаем? Мы ползем сейчас налево. Ползем налево, забираем желоб, потом идем прямо, пробегает пациент, и в принципе все. Давайте мы возьмем этот и заберем второй желоб. Затем нам нужно как-то затянуть пациента. Вот там вот уже я что-то, если честно, не понимаю как. Ну ладно, вставать можно, естественно, когда у нас двери. Нам нужно открыть или что-то перепрыгнуть. Опять разучился разговаривать. Братанчик, ну, не надо. Давай тут это... Так, ну ладно, ползем. Боже, как долго все, конечно. Вот до следующего. То есть нам нужно перепрыгнуть сейчас. И вот в тот карман спрятаться. Так, вот нам нужно только осторожно затриггерить. Ага. Все, ждем. Давай, братишка. По времени челлендж никак не ограничен. Кстати, забыл сказать, от кого челлендж. Челлендж составил Павел. Вы его, может, знаете из олдов. И Илья Геймловер. Так, и где он? Ну, смотри, его нет. Нам нужно все в стелсе сделать. Абсолютно полностью все в стелсе. Он сейчас по-любому пойдет обратно. Нам нужно его, наверное, подождать. Ага, идет, идет, идет. Так, прячемся. Я надеюсь, он меня не заметит. По идее, не должен. Да-да-да. Братанчик, уходи давай. Иди, иди. Подальше, поглубже зайди туда. Ты там патрулируй, а я пока перелезу. Получается, просто чтобы вставать, наверное, нельзя, да? Чтобы дверь закрыть. Ну ладно, попробуем без этого. Можно побежать после того, как мы вставим все желобы. Все предохранители, точнее. Пиздец мне. Я пока спокоен, если честно, ребят, я пока очень спокоен, но если меня будет убивать он еще раз, я буду очень сильно злиться. Так, окей, мы залетим здесь на этом, на гости, естественно, чтобы сэкономить время. Давайте попробуем по-другому, давайте попробуем вон туда побежать. Или стоп, давай-ка нет, давай попробуем сейчас направо пойти. Ну, то есть не налево, как мы до этого шли, а именно направо пойдем. Пациента при этом не должно быть там, что он по другим законам природы спавнится там. Окей, попробуем все вариации, если это не прокатит так же. Все-таки он заспавнился. Это очень плохо. Смотри, если что, мы тут можем спрятаться, ну...
Я вот даже не знаю, но он долго еще будет идти. Скорее всего. Нам еще тот желоб надо забрать, мы за ним не пошли. Я вот не знаю, что с ним делать. Если я сейчас полезу туда, он придет и встретит меня. Я жду тебя, дорогой. А если я быстро сейчас вот... Мне кажется, это не надо. Или пофиг. Смотри, он не развернулся пока. Так он в том-то дело, он побежать может. Давайте за коляску спрячемся. Он рядом. Он близко. Ага, он свернул, отлично. Это очень хорошо. Так, смотри, что мы делаем. По идее, он не должен бежать обратно. Ну, точнее, сюда он не должен бежать. Если он побежит сейчас сюда, я закрою дверь и как-то попытаюсь спрятаться. Я не знаю как, но я попробую. Так, ну ждем его, ждем. Идет сюда, блядь! Так, прятаться, наверное, нельзя нам, да? Ну, он сейчас дверь, по идее, выбивать должен. Не понял. Он развернулся? Или это все ловушка для меня? Я надеюсь, он там. Просто он бегать начинает. Мужик, ты где? Блять, он идет сюда. Вот это да. Вот это да. Я не знаю, можно ли закрывать и открывать двери? Мне кажется, он сюда идет. И я хз, он в том-то и дело меня заметить может. Поэтому пусть он обратно сейчас убежит. Ага, вот видите, он бежит. Сейчас он развернется и пусть побежит обратно туда. Кстати, а вот там, там где брать ключ нужно, внизу уже на первом этаже, там по стелсу пройти невозможно. Он меня может догнать сейчас все равно спокойно, я не знаю, вот чем делать. Не, ну, я при необходимости дверь прям буду закрывать. Ну, смотри, тут есть стол, тоже можно спрятаться, в принципе, за ним. Сейчас он сюда прибежать может, спокойно. Я тут долго... Ага. Я надеюсь, не заметит. Он чекнет кровать сейчас. Все, и обратно побежит. И мы за ним. Разворачиваться он не должен, потому что в приседе мы вообще звуков не издаем. Технически. Я вот не знаю, а как с тем моментом? Там же ведь реально Unreal. Я надеюсь, я успею. Просто надеюсь на это. Все, тут мы можем бежать. Ой, так, ладно, первый этап прошли. Блин, какой же он душный был. Я могу сделать так же, как я делал в прохождении в стелсе, но я делал там вообще по-другому. Я уже даже не помню, как я там делал. Там практически невозможно пройти всю эту шнягу. Потому что, когда мы тут выбегаем, здесь спавнится мужик. Что мне с ним и как мне с ним, ну, я не знаю, типа. Он почти полностью заскриптован. Там существует, может, вероятность. Он все равно палит, но он теряет потом. Так сделать можно. Я не знаю, но тут по идее только вот так вот сделать. Я не знаю, куда мне идти. А, нет, фул в приседе можно, да, все-таки? Здесь главное не вставать. Так, ну он ушел туда. Нам можно только, ну, вставать, естественно, в моменты, где нам перепрыгнуть надо. Ну, тут смысла, наверное... А, ну здесь уже, по-моему, бежать можно, да. Тут Паша сказал, что бежать можно. Ну, все, в принципе. Вот и весь челлендж. Что я могу сказать? В принципе, ну, такой, как бы, напряженный, душный, сука, челлендж, но прикольный. Надо еще будет пройти потом Outlast Whistleblower на психе с одной хп. Я это, надеюсь, скоро запишу. Вам спасибо за просмотр. Спасибо Паше и Илье за челлендж. Передаю челлендж Спектру. Спектр, Серега, давай, проходи тоже, ты должен. Тебе, кстати, до этого Паша с Ильей скинули, тоже дали эстафету, поэтому я тебе и передаю теперь официально, полностью. Все, ребят, до скорой встречи, ждите новых видео, до свидания, всем пока.